Люди такие, мне нравится французский язык, он такой, bonjour, 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 bonjour. Ну, они говорят «ж-ж». Они не говорят только «р» почему-то все. Ебанутые нахуй. Французский учить изи. Но я думаю, это вообще самый бесполезный язык, который нужен. Или нет? Просто если английский, окей, понятно. Ага. Скажите мне. Чтобы понимать. А, ну, на самом деле, саморазвитие, я думаю, прикольно. Но если ты долбоёб, как я, и не хочешь забивать себе голову, не забивай, пожалуйста. Почему-то Даня Милохин вызывает дикое раздражение у моих сверстников, у большинства моих сверстников, так называемых возрастных. Доводилось часто полемизировать с ними, и одним из основных у меня аргументов было, что он парень очень, ну, незлобливый, такой, мне казалось, такой добрый парниша. И вдруг мне попадается этот ролик, где он так наехал на французов, главное, не мотивированно. Не знаю, прилетит ли ему обратка. Я имею в виду сейчас, конечно, не парижские власти, а кармическая обраточка может прилететь.